Всем привет! Обзор «Золотая инвестиционная монета Австрии» Венский филармоникер или Австрийский филармоникер. На аверсе изображены музыкальные инструменты Венского филармонического оркестра. Виолончель, 4 скрипки, арфа, вальдхорн от немецкого слова. Вальторна. Вальторна от немецкого слова вальдхорн. Лесной рок. И еще какая-то дудка, я не знаю, как она называется. Монета пол унции, здесь 16 грамм чистейшего золота, 3 девятки. Монета очень красивая. На ребре нет ничего. На реверсе, значит, большой орган. Монета 1/2 унции, золото 3. 3 девятки через запятую, даже 4 девятки, 3 девятки, запятая девятка. Монета 2017 года. Номинал монеты 50 евро. Кстати, до 2002 года они печатались в шиллингах, сейчас в евро. Вверху надпись «Republik Österreich», ну, «Республика Австрия». Как уже говорил, 16 грамм здесь, и монета очень тяжеленькая, эти 16 грамм прямо чувствуются в руке. У золота есть какая-то магия. Потому что и очень приятно на золото смотреть или просто держать в руках. Вот этот вот оркестр венский, как говорит Википедия, его признали лучшим в мире. По каким параметрам судят, я не знаю. Кстати, там один из главных дирижеров наш земляк Владимир Федосеев. Ну и маленький совет напоследок. Никогда не прикасайтесь к инвестиционной монете голыми руками, только в перчатках или через салфетку. И хранить нужно либо в капсуле, либо вот есть такие целлофановые кармашки. Все, всем спасибо. До следующего обзора.